Ход реализации региональных направлений приоритетных национальных проектов обсуждался главой МРЭЛ Александром Евстифеевым с руководством соответствующих министерств и районов республики. Все планы, цифры и отчеты в нашем сюжете. Приоритетные национальные проекты и их региональные составляющие сейчас определяют главный вектор в развитии республики. Они касаются практически всех сфер жизни и чрезвычайно востребованы жителями МРЭЛ. Так, проект «Современная школа» охватывает не только сами учебные заведения как таковые, но и их инфраструктуру – пищеблоки и школьные стадионы. В этом году работы ведутся по двум объектам – школам в Маритурекском районе и поселке Медведево. По первому объекту в настоящее время сегодня получена хорошая новость. Школа выходит из экспертизы. То есть с понедельника администрация Маритурекского района подготовила те задания, готова выйти на торги для того, чтобы определить подрядчика по строительству. То есть вот тот этап, на который мы пробуксовывали, он завершен. Да. Вот. Предварительный срок заключения муниципального контракта 20 мая. Объект будет введен в эксплуатацию в декабре этого года, поэтому параллельно строительным работам пройдет процесс закупки необходимого оборудования. Медведевская школа уже готова на 28%. Здание будет сдано к 1 октября. По поручению руководителя региона сейчас прорабатывается вопрос контрактации и закупки оборудования в этом году, а после поставки расчет произойдет средствами следующего года. Давайте мы с вами определим этапы работ. Первое главное – это завершение контрактации и реальное начало работ, потому что именно это определяет окончание общестроительных работ, но и отдельная тема приобретения мебели и необходимого школьного оборудования. Это прямо отдельно, пожалуйста, это все нужно положить на календарь, и этот календарь мы приобщаем к сегодняшнему протоколу, и нарушать никому не позволим. Что касается республиканского подпроекта по содействию занятости женщин, нацпроекта «Демография», то здесь в сфере пристального внимания строительство 4 новых детских садов. Все идет по графику, а контроль за исполнением и сроками взял на себя руководитель региона. Поставить в график объезд этих перечисленных объектов, здесь тоже не должно быть никаких нарушений. Публично жителям, родителям, бабушкам и дедушкам объявлено, что сроки будут выдержаны, и сроки должны быть выдержаны. Так, как это мы делали предыдущие годы. Также обсуждался и региональный проект «Спорт. Норма жизни». Здесь речь шла о строительстве стадионов в Козьмодемьянске и Юрино. Спортсооружение в Козьмодемьянске будет завершено к 1 июля. Завершающие работы на стадионе в Юрино стартуют уже в понедельник и завершатся в конце мая. Реализация республиканской части приоритетных национальных проектов будет продолжена.